Товарищ генерал-майор, Уссурийское Суворовское военное училище для проведения торжественной церемонии, посвященной 75-му выпуску Суворовцев, построено. 7 лет они шли к этому дню. И вот в парадных кителях, на которых выделяются алые погоны, суворовцы собрались на плацу на свое последнее здесь торжественное построение. Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 75-м выпуском! Ура! 71 суворовец в этом году выпустился из стен родного училища. 13 из них – отличники учебы с золотой медалью. Неподалеку с волнением в душе, а кто-то и слезами на глазах – стоят родные. Этот путь они прошли практически вместе, морально поддерживая и помогая. Потому для мам, пап, бабушек, братьев и сестер сегодня большой праздник. Ну, радость в первую очередь. Радость. И горжусь я им. Он у нас очень умный, он мечтал об этом. Да, сейчас мечтает поступить в высшее командное училище. Третий, четвертый класс учился, когда в третьем и четвертом начал твердить, что мне надо, я хочу поступить. После вручения аттестатов посреди торжественного построения настал момент, когда родным и близким дали возможность обнять своих выпускников и поделиться друг с другом впечатлениями. Еще, конечно, времени не пришло, но буквально через пару минут, мне кажется, я просто буду взрываться, и слезы пойдут. Очень радостные эмоции, и я вообще доволен этому всему, что у нас все это произошло. Среди тех, кто пришел поздравить выпускников и сказать им напутственные слова, были представители армии Восточного военного округа, глава Уссурийска и даже участник Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве. Тоже, кстати, выпускник Суворовского училища. Я всегда говорю ребятам, мое правило, никогда не сходи с дистанции. Вот дистанция дошла, конец училища, а дальше опять кому-то какое-то училище вперед и с песней. И чтобы все было хорошо. И последнее, что мне хочется сказать. Берегите, как зеницу ока, свой нагрудный знак. Увидишь, на каждый глаз будет с теплом и благодарность вспоминать время, проведенное в училище, своих педагогов, воспитателей и товарищей. Желаем успеха, здоровья, творчества и терпения в достижении цели. Честь несите по жизни гордое звание Уссурийского суворовца. Добрый путь, друзья! Перед участниками торжественного построения также выступали военный оркестр, барабанщики, карабинеры. Сами выпускники исполняли патриотические песни и кружились в вальсе со студентками училища культуры. Не обошлось и без поздравлений самых юных суворовцев первогодок. Бане можно мыло взять и кирпич от роты. Только не все сразу, а то роту разберете. Это все, конечно, шутки. Наши пожелания. Главное с училища взять лучшие воспоминания. Перед дорогой во взрослое будущее суворовцев окропил святой водой церковный служитель. И вот момент долгожданного торжественного марша. И приумножайте свое суворовское братство. Помните свои грехи. Любите, берегите, учитесь защищать нашу великую родину, Россию. До свидания, товарищи выпускники. Ваня, надо не ритьтесь.